блокчейн-содружество планирует создать перевозки прозрачнее. United Parcel Service, американская компания, занимающаяся доставкой грузов, присоединилась к блокчейн-консорциуму Blockchain and Tracking Alliance. Компания совместно с другими участниками консорциума будет заниматься созданием блокчейн-стандартов для систем по отслеживанию грузов и оплаты за них. Согласно заявлению директора по корпоративной архитектуре и инновациям UPS Линды Уикленд, технология может повысить уровень прозрачности и эффективности среди транспортных компаний, брокеров, потребителей, перевозчиков, продавцов и других представителей бизнеса.